До 44 возросло число погибших в результате серии терактов в Стамбуле, которые произошли вечером в субботу у стадиона. Среди жертв 36 полицейских. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана», связанная с рабочей партией Курдистана РПК. Турецкие власти практически сразу после терактов заявили, что собранные улики с большой долей вероятности указывают на причастность РПК к произошедшему. В воскресенье состоялись похороны погибших. Сотни человек пришли к стадиону, где прогремели взрывы. В траурных мероприятиях приняли участие президент Турции Тайип Эрдоган, члены правительства. В стране объявлен национальный траур. Более 150 раненых остаются в больницах. За жизнь многих борются врачи. По последним данным, около 200 человек задержаны по подозрению в причастности к нападениям. В субботу вечером с интервалом в 45 секунд два взрыва прогремели около стадиона в районе Бешикташ.